В Бендерах прошел праздник выпускников «Синяя птица». В этом году из-за дождя аттестаты вручали в ДК Ткаченко, а не парке Александра Невского. Дарья Кривошеева все 11 лет училась на одни пятерки. Результат – золотая медаль. Ее мечта – вернуться в родную школу, но уже учителем русского языка и литературы. Было тяжело, но все получилось. Много трудов, много усилий. Я очень рада, что смогла не подвести учителей и смогла получить золотую медаль. Нужно много усилий приложить, чтобы сдать ЕГЭ на 5. Слова благодарности в адрес учителей, воспоминания о школьных буднях и вальс, а дальше планы на будущее. Я буду вспоминать своих друзей школьных, я буду вспоминать своих первых учителей, я буду вспоминать уроки, которые они проводили. Хочу поступить на медицинский факультет, стать хирургом. Эмоции не передать словами, одни лишь эмоции радости и печали немного, потому что я вроде бы уже в первом классе был недавно, а уже 11-й. Время летит очень быстро. Я поступаю на фармацевта, провизора точнее. Я буду рекомендовать людям лекарства для их здоровья. В этом году аттестаты получили 309 бендерских выпускников.